Торжественное открытие 22-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» имени Валентина Распутина состоялось в Иркутске. В основной программе 35 конкурсных работ и 10 внеконкурсных из 17 стран. Всего на конкурс поступило более 900 заявок из 72 стран. В церемонии открытия приняли участие губернатор Игорь Кобзев и генеральный консул Китайской Народной Республики в Иркутске господин Ли Хай. Все-таки это международный фестиваль, и у каждого будет своя, наверное, история человека и природы. Интересно было посмотреть бы, как в других странах это происходит, на что обращают внимание. Вообще, это познавательная такая площадка, которая в первую очередь интересна не только русскому географическому обществу, обыкновенному жителю, и он должен увидеть, посмотреть и, наверное, сравнить. Что сегодня не хватает Иркутской области с точки зрения экологии? Фестиваль будет проходить до 30 сентября. Зрители увидят документальные, игровые, научно-популярные, анимационные фильмы о проблемах экологии и взаимоотношениях человека с окружающим миром. Будет представлена программа полнокупольного кино. Кинопоказы состоятся в Доме кино, кинотеатре New Cinema, Иркутском планетарии и Большом Иркутском планетарии в школе номер 19. Посмотреть фильмы можно и онлайн. Нам очень понравилось, что очень важный социальный проект, социально значимый проект. Ребята молодые готовили, делали и писали подобные проекты. Но я вижу, что это от души делается. И фильм о многодетных семьях, фильмы там, о интеграции пенсионеров в общество, фильмы там, о природе, о экологии. И действительно, мне кажется, что эти проекты могут получиться. А что касается жюри фестиваля, вошли в жюри Сардана Савин. Это якутский кинематографист, продюсер, дистрибьютор. Дарья Павлатос, это Институт развития интернета, который очень активно поддерживает кинематограф по всей стране и в том числе и иркутских кинематографистов. Ряд членов жюри будет онлайн с нами участвовать. Мария Фикенштейн, режиссер и продюсер документальной программы ВГТРК, а также Сарфара Салам, это мой друг из Индии. Он, к сожалению, приболел, не смог приехать, но он будет смотреть фильм онлайн и с нами участвовать в обсуждении этих фильмов.